Так, 10 ноября 2023 год, Юпитер. Впереди идет спутник Ио. За ним идет Ганимед. Европа, а Каллисто совсем где-то далеченько отстает. Ну, небо не очень чистое, но что есть. Юпитер уже противостояние прошел. Теперь он с каждой ночью от нас удаляется. С каждым днем, а что, Антикаллисто? Ну ладно. Да, ну хорошо. Наверное, с таким небом не буду я пытаться. Снимать Сатурна и прочее. Да, расплывается полосы, видно. Достаточно хорошо. В прошлый раз я Юпитер снял даже. На фоне Юпитера была Европа, тень Европы на Юпитере снял. Ну, видно было чуть-чуть. Ну, хорошо. Пускай будет так. На безрыбье и рак рыба.